Қайырлы күн, құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің алаңына қош келдіңіздер. Бүгінгі баспасөз конференциямыздың тақырыбы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Астана қаласындағы қуатты өңір, қуатты Қазақстан атты өңірлердің күндері бойынша Жамбыл облысының күндері. Добрый день, уважаемые коллеги, добро пожаловать на площадку службы центральных коммуникаций. Тема сегодняшней пресс-конференции – Дни Жамбылской области в Астане в рамках Дней регионов. Сильные регионы, сильный Казахстан, приуроченную 25-летию независимости Республики Казахстан. Жамбыл облысының Астана қаласындағы күндер аясында елорда тұрғындарымен қала қонақтарына ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрменкесі ұсынылады. Аталған тақырып бойынша толық ақпаратты біздің қонақтарымыз беретін болады. Ендеше қонақтарымызды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Ерқанат Нұрбапаұлы Манжуов. Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Нұржан Молдиярұлы Нұржігітов. Жамбыл облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық дамыту басқармасының басшысы Есімбеков Болат Дәулетбайұлы. Жамбыл облысы Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Даузова Сара Манкезовна. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Алғашқы сөз кезегі Ерқанат Нұрбапаұлы өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті журналистер, брифингке қатысушылар. Бүгін тәуелсіздігімізге 25 жыл толуына орай ұйымдастырылып отырған қуатты өңір, қуатты Қазақстан тақырыбында Астана қаласында өтетін Жамбыл облысының күндері аясында өздеріңізбен басқосуды сәті түсіп отыр. Тарих үшін 25 жыл ұзақ уақыт емес, алайда мемлекет басшысы атап көрсеткендей, ғасырларға тән жылдар, жұлдыздықтарға тән дәуір. Осы жылдар ішінде ұлы жолды жүріп өттік. Ұлы далада жаңа тұрпатты, қуатты мемлекет құрып, ұлысты ұйыстырдық. Елбасы жолдауынан бастау алған мемлекеттік бағдарламалардың табысты іске асырылуы Жамбыл облысына да жаңа серпін берді. Жаңа өндіріс орындарына іске қосылып, құрылыс жұмыстары жанданды. Ауыл шаруашылығы қайта түлеп, кіші бизнес дамыды. Осының барлығы халықтың әл ауқатын жақсаруына тікелей септігін тигізді. Уважаемые журналисты, этот год особенно для всех нас. Мы празднуем 25-летие нашей независимости. За столь небольшой по историческим меркам период Казахстан под руководством первого президента республики Нурсултана Абишевича Назарбаева, пройдя колоссальные трудности, стал сильным, уважаемым в мире государством, сохранил мир и согласие, единство народа. С достижением нашей страны неразрывно связаны успехи нашей области. Стало хорошей традицией проведение ежегодных ярмарок сельхозпродуктов, выставок народного потребления в городе Астана. Сегодня нам действительно есть чем гордиться. За 25 лет независимости, благодаря государственной поддержке, Жамбыльская область достигла определенных успехов по многим направлениям. В регионе взят курс на индустриализацию, он приобрел статус аграрно-индустриального. Валовый региональный продукт области с 1994 года по 2015 год вырос почти 94 раза, с 10,8 миллиардов тенге до 1 триллиона тенге. За годы независимости появились Амангельдинское газовое месторождение, цементная компания «Монорал ТАСС», компания возродила свою деятельность гигант химоиндустрии ТОО «Казфосфат», приступила к реализации крупнейшего проекта ТОО «Еврохим удобрение». Создается специальная экономическая зона, химический парк «Тараз». Наряду с этим в регионе успешно работают крупные промышленные предприятия, как АО «Кант», «Таразский металлургический завод», «Талас Инвестмент Компани», АО «Жамбыл ГИС» и другие компании. Многие из них модернизировали свое производство и расширили инфраструктуру. В рамках государственных программ форсированного индустриально-инновационного развития, дорожной карты бизнеса 2020 и других. За последние 15 лет, с 2000 по 2015 годы, объем производства промышленной продукции вырос 2,5 раза в реальном выражении. Первой пятилетки на карте индустриализации в нашей области было реализовано 33 инвестиционных проекта на общую сумму 123,3 миллиарда тенге, где было создано более 5000 рабочих мест. Во второй пятилетке по карте поддержки предпринимательства реализуется 32 инвестиционных проекта на общую сумму 511,4 миллиарда тенге. Мы тоже ожидаем, что более 5000 рабочих новых мест мы создадим.
Жамбульская область является одним из лидеров по приоритету направления развития зеленой экономики. На сегодня у нее функционирует 9 объектов возобновляемых источников энергии с общей мощностью 114 мегаватт. В области успешно реализуется программа «Нурлужол». В текущем году из Национального фонда Республики Казахстан в области на реализацию 26 проектов предусмотрено 10,5 миллиардов тенге. Будет создано 781 временных рабочих мест. По четвертому направлению развития социальной инфраструктуры на реализацию 7 проектов выделено 3,3 миллиарда тенге. Создано 345 временных рабочих мест. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 5 объектов образования. 2 объекта мы планируем ввести в следующем году. Также у нас основным вопросом, на который находится на контроле, является вопрос занятости населения. В области принята к реализации карты содействия занятости, которая охватывает все государственные и региональные программы. В текущем году к активным форумам занятости будет привлечено 24 560 человек. На сегодня уже создано 17 391 рабочих мест, в том числе 8 012 – это постоянных рабочих мест. Особая роль отводится дорожной карте занятости 2020, на которую выделено 10,3 миллиарда тенге. Из них 2,3 миллиарда тенге выделено с областного бюджета, в рамках которой на отчетный период создано 4330 рабочих мест, в том числе 2982 – это постоянные рабочие места. Планируется выделить 3,2 миллиарда тенге на микрокредитование 831 безработных, которые дополнительно создадут около 1000 дополнительно рабочих мест. На сегодня выделено 337 микрокредитов. При этом необходимо отметить, что все безработные бесплатно обучаются основам предпринимательства. При приоритете трудоустройства граждан с ограниченными возможностями. В текущем году планируется трудоустроить 487 человек. На сегодня 467 человек, имеющие инвалидность, нашли себе работу. В результате принятых мер по привлечению населения к активным формам занятости уровень безработицы составляет сегодня 4,9%, молодежная безработица 4,3%. Одной из важных задач, поставленных перед нами главой государства, это борьба с бедностью, создание новых рабочих мест, системная работа по определению и оказанию адресной социальной помощи нуждающимся гражданам, позволило за 15 лет снизить долю населения, живущей ниже прожиточного минимума в 21 раз, с 77% в 2001 году до 3,4% в 2016 году. Почему берется за 15 лет? Потому что начали исчислять с 2001 года. Что касается социальной сферы, то здесь у нас хорошие показатели. За годы независимости в области построено и сдано в эксплуатацию 136 объектов образования. Это 96 школ, 25 детских садиков и 1 колледж. Все это способствовало повышению охвата детей детскими садами. От 3 до 6 лет у нас сегодня составляет охват 75,5%. Особое внимание в нашей области уделяется это аварийным школам. Количество аварийных школ в начале 2016 года составляло 11 школ. На 1 сентября решена проблема 2 аварийных школ за счет нового строительства. Кроме того, в текущем году начато строительство 1 школы из Национального фонда Республики Казахстан и 2 школ за счет средств местного бюджета, которые планируются ввести в 2017 году. Решение остальных проблемных школ мы планируем решить в 2017-2018 годах. Кроме того, в рамках программы «100 школ, 100 больниц» построено 6 объектов здравоохранения, областной центр крови, областная и городская детские больницы, а также поликлиники и другие медучреждения в районах области. На сегодня в рамках строительства 350 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник введено в эксплуатацию 150 новых объектов. Нашим приоритетом является и улучшение качества жизни лиц с ограниченными возможностями. Все, что делается, направлено на благо жителей области. Так, в области открыты 4 центра реабилитации и адаптации детей-инвалидов на 120 мест. Это в городе Тарас, Жамбульском, Шуйском и Курдайском районах. Эту работу мы планируем продолжить, чтобы у нас в каждом районе были открыты такие же реабилитационные центры.
В то же время наш регион богат не только полезными ископами, он отличается многообразием духовным наследием, славится богатой культурой и древней историей. В Ротусе расположено 3365 различных памятников. В списке всемирного наследия ЮНЕСКО включены 5 объектов. Это уникальный дворцовый комплекс Акыртас, городище Актобе-Степнинское, Урнек, Костебе-Кулан. Хотелось бы отметить, что эти уникальные объекты, так же как и древний Тарас, с его 2000-летней историей, были расположены вдоль Великого Шелкового пути. Как вы знаете, прошлый год прошел под эгидой празднования 550-летия Казахского ханства. Центром юбилейных торжеств стала Жамбульская область. В честь юбилейной даты в регионе появились знаковые объекты: монумент Казах Хандыга, историко-культурный центр Куне Тарас, а также аллея Мамбулак, комплекс Тараса Вендера и смотровая башня. Мы, пользуясь случаем, хотел бы также поблагодарить всех наших коллег из других областей, которые оказали нам всестороннюю помощь. Весомый и значимый вклад жамбульских спортсменов в развитие казахстанского спорта. За период обретения независимости 26 жамбульских спортсменов стали победителями чемпионатов мира, 38 выиграли чемпионат Азии. 8 жамбульских спортсменов стали победителями и призерами Олимпийских игр, в копилке которых 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Мы с гордостью называем имена жамбульцев: Ермахана Ибраимова, Булата Низымбетова, Булата Жумадилова, Ислама Байрамукова, Бахтияра Артаева, Ахжурека Танатарова, Ильдоса Сметова. 2 спортсмена удостоились звания чемпиона сурдоолимпийских и паралимпийских игр. Это Габит Ишанов и рекордсменка Зульфия Габидуллина. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, мен сіздерге тәуелсіздіктің 25 жылдығына әулиеатай елінің қандай жетістіктермен келгені қысқаша баян еттім. Барша қазақстандықтар үшін ең қастерлі мерейтойды Жамбыл жұртшылығы да лайықты атап өтуде. Жалпы жыл басынан бері мерейтой аясында 1411 іс-шара ұйымдастырылып, оған 250 мыңнан астам адам қамтылды. Алдағы уақытта тәуелсіздікке 25 жыл ақпараттық пойыз, самға жастар республикалық ретро-конкурсы, жастар тәуелсіздігі тірегі автокеруені, Ықлас Дүкенұлы атындағы жез киық 3-ші республикалық қобызшылар байқауы, Кенен Әзірбаев атындағы шырқа дауысым атты 8-ші республикалық әншілер конкурсы, 3-ші халқаралық театр фестивалі, еліміздің жетістіктерін паш ететін түрлі тауырыптықтағы ғылыми тәжірибелі конференциялар жоспарлануда. Сонымен қатар 25 жылдығына іс акция аясында қайырымдық шаралар, қазан айынан соңына дейін азық-түлік таварларын жәрменкесі, ауылым алтын бесігім акция ұйымдастырмақ. Әрине, іс шараларының шырықтауы шыны 21 қараша мен 15 желтоқсан аралығында 25 жұлдыздық күн болмақ. Тәуелсіздік тойына тарту ретінде бірқатар әлеуметтік нысандар пайдалануға беру жоспарда бар. Тараз қаласында салынып жатқан Тәуелсіз Қазақстан монументтік сәулеттік кешені және Достық үйінің жаңа ғимараты мерейтойға тамаша тарту болмақ. Елбасының тапсырмасына сәйкес қуатты өңір, қуатты Қазақстан ұранымыз бен елордамыз Астанаға өткізіліп отырған облыс күндеріне Жамбыл жұртшылығы тарихы терең Тараздан тағзым бағдарламасымен келіп отыр. Атап айтқанда, бүгін 23 қыркүйек күні Максим Горький атындағы мемлекет академиясы орыс драма театрының жамбылдық театр ұжымының 2 күндік қойылымдары өтетіні болады. Олар Сергей Маршактың Кошкин дом атты балаларға арналған ертегісі және Шыңғыс Айтматовтың повестінің желісі бойынша «Пеги пес», «Бегущий край море» қойылымы 24 қыркүйекте сағат 10:30 бастап ұлттық музейде облыстық тарихи өлкетану музейінің көрмесі жұмыс жасайды. Осы күні Бейбітшілік және Келісім сарайында сағат 16:00 Ұлы дала ұлысым атты өнер шеберлерінің концерті,
және Жамбыл кәсіпорындар өнімдерінің көрмесі көпшілік назарына ұсынылмақ. 24-25 қыркүйек күндері Бейбітшілік көшесінде ескі алаңда ауыл шаруашылығы өнімдері жәрмеңкесі ұйымдастырылады. Осы күндері Жастар театрының Мұхтар Әуезовтің повесі желісі бойынша Нұрлан Оразалиннің «Қилы заман» тарихи драмасы, Мұхтар Әуезовтің «Еңлік кебек» трагедиясын жамбылдықтар актерлардың сомдауына көруге болады. Облыс күндері 25-26 күні Максим Горький атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрында Буляковтың «Выходили бабки замуж» атты комедиясы қойылыммен жабылады. Осы алаңды пайдалана отырып, барша Астана тұрғындары мен қонақтарын аталған шараларға қатысуға шақырамын. Назарларыңызға рахмет. Сізге көп рахмет. Келесі сөз кезегі Нұржан Молдиярұлы өзіңізге. Құрметті қатысушылар, Жамбыл облысының әлеуметтік-экономикалық даму негізі бағыттарының бірі ауыл шаруашылығында бәсекеге қабілетті өнім өндіру және агроөнеркәсіп кешені жүйесін тиімді жүргізу болып табылады. Мемлекеттік аграрлық саясатты жүзеге асырудың нәтижесінде тәуелсіздік алғаннан кейінгі 25 жылда ауыл шаруашылығы өндірісінің дамуына оң нәтижелері байқалуда. Егер 2013 жылы ауыл шаруашылығы жалпы өнім көлемі 122,8 миллиард теңге құраса, 2015 жылы 172,3 миллиард теңгені құрап отыр. Бүгінгі күні егін орағы аяқталып, 250 мың гектар масақты дәнді дақыл жиналды. Әр гектардан алған орташа өнім 23,6 центнерден құрап, жалпы 592 мың тонна астық бастырылды. Биылғы жылы масақты дәнді дақылдарын жиналған өнімі тәуелсіздік жылдарындағы ең жоғары көрсеткіш болып отыр. Соңғы жылдары облысымызда қант қышқылшасының өндіру мен оның көлемін артыру жұмыстары атқарылды. Биылғы жылы облыстық бюджеттен 420 миллион теңге бөлінді, оның 220 миллион теңгесіне Франция мемлекетінен сапалы тұқым сатып алынды, 200 миллион теңгеге ауыл шаруашылық техникалы сатып алынды. Биылғы жылы қант зауыттарына 100 мың тоннаға дейін тәтті түбір өткізу жоспарлап отырмыз. Облыста жылдан жылға су үнемдеу технология енгізу жұмыстары жүргізілуде. Ағымдағы жылы 11,900 мың гектарға тамшылатып және жаңбырлатып суару технологиясы енгізілсе, ылғал ресурс сақтау технологиялары 26,3 мың гектарға енгізілді. Шу локомотив жөндеу зауыты базасында беларустық Литагропромаш ашық акционерлік қоғамының бөлшек өнімдері мен тетіктерінен Лида 1300 астық ору комбайны құрастыру басталды. Мал шаруашылығында саласында да мал басының ең жоғары деңгейі 1991 жылмен салыстырғанда мүйізді ірі қара мал 4,3%-ға, жылқы 2%-ға артты. Жыл сайын асыл тұқымды малдың үлесі артуда. Мысалы, облыста асыл тұқымды мүйізді ірі қара малдың жалпы падағы үлес салмағы 21,8% болса, қой 28,4%, жылқы 24,2%-ді құрап отыр. Соңғы 5 жылда 20 мың басты бордақылайтын 23 мал бордақылы алаңдары іске қосылды. Биылғы жылы аталған бордақылы алаңдарын жоғары сапалы 380 тонна еті экспортқа шығарылды. Ет және ет өнімдерін толық өндірісті цикл бар ет класын қалыптастыру мақсатында оңтүстік халал тағамдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ет өңдеу кәсіпорны жұмысы аяқталып пайдалануға берілді. Елбасының тапсырмасына орай, ағымда жылы Нұр Отан партиясының бастамасымен ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту арқылы жеке қосалқы шаруашылықтар әлеуетін пайдаланып, агроөнеркәсіптік кешенде өндірістік көлемдерін артыру және Жамбыл облысында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету іс-шаралары аясында 1,5 миллиард теңге қаржы бөлінді. Аталған бағдарлама аясында 182 жанұялық типтегі шағын бордақылау алаңдары, 61 сүт тауарлы фермалары және 11 сүт қабылдау пункттерінің құрылысы қолға алынуда. Осы шараларды іске асыру арқылы 510 жаңа жұмыс орындары ұйымдастырылады. Жалпы ауыл шаруашылығы саласында 2015 жылы 18,6 миллиард теңге құрайтын 155 инвестициялық жоба іске асырылып, 765 жаңа жұмыстар орындары ашылды. Биылғы жылы бүгінгі күнге 17 миллиард теңге көлемінде инвестициялық жобалар іске асырылды, 700 жаңа жұмыс орындары ашылды. Сөз соңында айта кетейік,
айта кететін, Астана қаласындағы Жамбыл облысының күндеріне орай, Бейбітшілік көшесінде орталық алаңда 24-25 қыркүйек күндері ауыл шаруашылығы өнімдерін жәрмеңкесі ұйымдастырылатын болады. Жәрмеңке барысында барлығы 240 миллион теңге құрайтын 300 тоннадан астам өнім ұсынылады. Оның ішінде жылқы еті, тауық еті, сүт өнімдері, жұмыртқа, шұжық өнімдері, макарон өнімдері және 245 тоннадан астам жеміс-жидек пен көкөніс өнімдері бар. Жәрмеңкеде ұсынылатын тауар бағалары нарық бағасында 8-40% төмен болады. Астана тұрғандары мен қонақтарды Жамбыл облысының ауыл шаруашылығы өнімдеріне жәрмеңкесіне шақырамыз. Жиын қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сізге көп рахмет. Келесі сөз кезегі Сара ханым өзіңізде. Саламатсыздар ма? Добрый день. Как вы знаете, что проходят дни в Жамбылской области в городе Астане. Мы приветствуем всех. И в нашей области проживают более 80 этнических групп. Живем в дружбе и согласии уже 25 лет. 25 лет независимому Казахстану. Казахстанская модель мира и согласия стала образцом и примером для многих стран. Под единым шанраком наш президент Нурсултан Абишевич Назарбаев сумел объединить народы и этносы, построив счастливое общество. 73 этнических объединений нашей области в составе региональной ассамблеи проводят большую работу по реализации реформы единства и идентичность и масштабного проекта Ассамблеи народа Казахстана «Большая страна, большая семья». Только за первые полугодия 2016 года члены региональной ассамблеи побывали в 105 самых отдаленных уголках области, провели десятки встреч с населениями, организовали работу общественной приемной областного совета общественного согласия. Также активизирована, особенно в сельской местности, работа структур ассамблеи совета аксакалов, советов матерей, научной экспертной группы. Я представительница, одна из представительниц этих этносов, дунганского этноса. Все 25 лет независимости Казахстана наш этнос сполна ощутил на себе заботу государства. В нашей области дунгане проживают компактно. Это помогает сохранить языковую среду, обычаи и традиции. Местные органы власти и Ассамблея народа Казахстана умело решают все социально-экономические вопросы в нашем регионе, грамотно выстраивает информационную и разъяснительную работу. 93% жителей области считают себя прежде всего казахстанцами. Это говорит о национальной идентичности населения. Мне, как члену Совета матерей Ассамблеи Жамбульской области, отрадно отметить, что за последние 2 года в местах компактного проживания Дунган построено 2 общеобразовательные школы, 3 детских сада, поликлиника и открытые центры по изучению государственного языка. Региональная ассамблея присутствует на всех мероприятиях, помогает и присутствует, показывает образец данной работы. Сейчас старшее поколение, это аксакалы, советы матерей, должны и работаем с молодежью. Наша главная задача – передать накопленный опыт молодому поколению и сформировать у них главные духовные ценности, дух нации, дух единства, дух патриотизма. Сейчас наш главный спикер уже сказал, что мы ожидаем открытия Дворца мира и согласия в областном центре в городе Тараз Жамбульской области. Пользуясь случаем, мы вас тоже приглашаем всех посетить на открытии Дворца мира и согласия. И хочется всем казахстанским семьям пожелать мира, стабильности и добра. Спасибо за внимание. Спасибо вам, уважаемые гости. Спасибо вам за выступление. Уважаемые коллеги, мы переходим к вопросам, если желающие задать вопросы по теме пресс-конференции. Құрметті әріптестер, тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, өтінеміз. Егемен Қазақстан. Саламатсыздар ма? Айма Мұқышева, Егемен Қазақстан. Жамбыл облысына келіп жатқан жас мамандарға қандай әлеуметтік көмек көрсетіліп жатыр? Осы жөніне тоқталып өтсеңіз. Өздеріңізге белгілі, мынау 2009 жылдан бастап дипломмен ауылға деген мемлекеттік бағдарлама іске асырылып жатыр.
былтырғы жылы осы бағдарлама аясында 164 жас мамандарға мемлекет тарапынан қаражат бөлініп, оларға үй сатып алуға 3.182 млн теңге көлемінде несие 0.1%-ден несие берілді. Сонымен қатар 148 000 теңге бір жолғы жәрдемақы төленеді. Биылғы жылы бізде 153 адам, ол мынау айту керек, денсаулық сақтау саласында, білім саласында, ветеринария саласында, мәдениет саласында ауылдарға барған мамандарға жәрдем көрсетілді. Сізге көп рахмет. Келесі сұрақ, пожалуйста, следующий вопрос. Жиембет Жумагулов, ВС Аналитикс. На заседании правительства премьер-министр дал поручение областям сдерживать цены. И прошла новость, что 4 пекарни в области конкуренции подняли цены. Как прокомментировать эту ситуацию? В прошлом году, в начале этого года в Таласком районе 4 предпринимателя, которые занимаются производством хлебобулочных изделий, необоснованно подняли цены, повысили цены. Поэтому соответствующими органами, антимонопольным комитетом, по сигналу местных исполнительных органов было проведено расследование. Выяснилось, что действительно они необоснованно подняли, были нарушены законы нашей республики, касающие монопольной деятельности. И были наложены штрафы в размере около 1 800 000 тенге. Это все 4 предпринимателя. Спасибо вам. Пожалуйста, следующий вопрос. Александра Власова, «Казахстанская правда». Какие меры принимаются по созданию организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? И какая работа проводится по устройству детей-сирот в семьи? Спасибо за вопрос. Это один из болезненных вопросов в нашем обществе – дети-сироты. На сегодняшний день у нас осталось одно учреждение, где они воспитываются. Там у нас находится на сегодняшний день 146 ребенок, детей. В прошлом году у нас закрыли одно учреждение в связи с тем, что у нас количество детей с года в год уменьшается. Всего было передано на попечительство, на опекунство, на патронатное воспитание или усыновлено 142 ребенка вот, благодаря этому. У нас на сегодняшний день в области функционирует 12 детских домов семейного типа. Эта работа у нас продолжается и, конечно, мы на сегодняшний день не можем избавиться полностью от этой проблемы, но я думаю, этот вопрос у нас на постоянном контроле находится. Спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста, последний вопрос. Добрый день, сайт Орком.кз. Как уже известно, в июне текущего года премьер-министр Казахстана, тогдашний премьер-министр Казахстана Карим Масимов потребовал наказать виновных, которые допустили нашествие саранчи в южных регионах Казахстана. Хотела узнать, в вашей области конкретно что было сделано, и в итоге повлияло это на урожайность. Спасибо. В Джамбульской области надо отметить, что в этом году действительно саранчи было много, но ни один гектар пассивных земель саранчой мы последствий не было. В основном это были пастбища саранча. Была проведена Министерством сельского хозяйства проверка служебная. По итогам служебной проверки руководитель территориальной инспекции нашей, его привлекли к дисциплинарной ответственности. Спасибо вам. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте. Агентство «Казинформ», Мурат Жакеев. Хотелось бы подробнее услышать по строительству Дворца мира и согласия. И второй вопрос. Сколько в этом году будет переселено семей из южных регионов, в частности, с вашей области, в северной области Казахстана, в рамках программы? Возможно. Ну, я хочу поправить, там не Дворец мира и согласия, а Дом дружбы. Дом дружбы мы начинали строительство еще в прошлом году. Сейчас идут отделочные работы. Я думаю, в ближайшую неделю-две мы, наверное, полностью этот объект сдадим в эксплуатацию. Он находится на построенном контроле Акимова области. Каждый день этот вопрос рассматриваем. И, как я сказал, в ближайшие дни мы его сдадим. Что касается переселения из трудноизбыточных регионов
семей, то этот процесс у нас идет. У нас, я в частности сам ездил в город Рудный, смотрел, какие условия там будут. В частности, вот к нам приезжали и депутаты, агитировали. Сейчас я вам не могу сказать, потому что этот процесс такой, что связано много вопросов. Это найти соответствующую семью, которая хочет переехать, чтобы у них были те условия, которые их удовлетворяют. Это по жительству, по трудоустройству. Но эту работу мы ведем. Спасибо. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, есть ли желающие задать вопросы по теме пресс-конференции? Если вопросов нет, в таком случае мы благодарим наших гостей за предоставленную информацию. На этом время наша работа подошла к концу. Благодарим всех за внимание.